Такой вопрос, с которого мы тоже начинаем знакомство с итальянцами, который мы разучиваем, собственно говоря, на первом уроке итальянского языка. Это вопрос «Di dove sei?». «Di dove sei?». И здесь нам важно помнить, что предлог «di» вот в такой вот последовательности, глагол «essere», предлог «di», и дальше невозможно использовать название страны. Невозможен вариант ответа «sono di Russia». Нет, никогда. При этом, собственно говоря, откуда ты родом, это та информация, информация из какой мы страны, это, собственно, то, о чем нас спрашивают. Да? Потому что, может быть, мы из маленького города, и никто не знает, где этот город находится. Поэтому как раз-таки страна – это самое интересное. И здесь мы с вами должны сказать «sono russa di Санкт-Петербургу». Например, «sono russa di Mosca» и так далее. Другой вопрос, опять же, про то место, где мы родились, позволяет нам сказать нашу страну, позволяет произнести именно название Россия. Да? И это другой вопрос. Дадовы Вени. Дадовы Вени. Здесь мы отвечаем Венго далла Руссия. Да, Санкт-Петербургу. Да, Моска. Далла Руссия. Да? Здесь возможно использование страны. Помним, что названия стран идут с артиклем, поэтому мы здесь артикулируем предлог «да». Тоже очень важно, очень часто слышу ошибки. «Sono di Russia». Ой, нельзя, нельзя, так нехорошо. Это, кстати сказать, пишут фактически все учебники. Итальянцы знают, что иностранцы допускают эту ошибку и очень долго и подробно это прописывают обычно в начале учебника итальянского языка.